Олег слева. Нет, у меня патроны кончились. Хотя бы одного поднять надо. Это мы что, какой-то суперсложный режим выбрали? Почему их так много? Ты понимаешь, они не кончаются? Я с пулемета прям по вертолету херачу. Нон-стопом, он должен взорваться. Всем здорова, дорогие друзья, с вами Варпач и Кофе, и сегодня мы с вами поиграем в новую Call of Duty Modern Warfare. Всем привет, дорогие друзья, всем здравствуйте. Да, и сегодня мы с вами окунемся в салон красоты. Посмотри, какой это салончик красоты. О, все, пойдем. Сейчас маникюрчик, педикюрчик, там все замутим, а тут распродажи. А где, что? Олег, красиво, понимаешь, надо красиво заезжать. А так что, может, поедем или как? Да, там, не, подожди, враги-то нас не видят. А он звонит, слышь, кому ты звонишь, Кому ты звонишь? Подожди. На! Друзья, мы с вами играем в кооперативный режим. Это режим на прохождение, где мы должны выполнять всякие разные задания. Это очень офигительный режим, и мы решили с вами прямо перед Новым годом в него поиграть. Но он реально стоит того, чтобы вам показать, посмотреть. Так, Олег, все, мы можем идти, как бы. Я пойду класс поменяю, Ты что сейчас было? Так, смотри, наша задача — войти в банк. Что за снайпер мне прям в рыло прям стрелил? А, вон он, смотри. Ах он, сука, на тебе. Все, минус. Ну, глаз орла, понимаете, не подводит. Так, все, пойдем. А что наши наши чуваки уже убежали, уехали куда-то, Олег, а нас двоих оставили. Что за фигня? Вы ранены в укрытие. Я вот сам не понимаю. Так, подожди, а что, они так далеко реально стреляют, что ли? Еще из гранатомета херачат. Смотри, там будь аккуратнее, видишь, красные точки. Там БТР, да. Ой, тихо, но он пока мажет. Оп, здравствуйте. Слушай, неплохо, я снайпера выбрал, я прям хотя бы вижу далеко. Пойдем. Перезаряжаю оружие. Так, подожди, ага, надо сначала все перепрыгнуть, это так, дерьмо. Мы должны ограбить здесь сейф с важными документами. Этим мы и будем сегодня заниматься. Вот, Олег, давай. Все, бежим. Наши уже туда куда-то убежали. Что там? Ой, быстрее. Да, видел. Там танк стоит огромный. Все, идем. А, подожди, ты не в ту сторону побежал, Олег. Там еще двери есть. Я уверен, там еще есть дверь. Да, вот она, пойдем сюда. Пойдем, мы тут еще можем отбежать. Так, здравствуйте, приехали, приветики, пойдем. Так, мы должны взять пилу. А, ребята уже взяли по две пилы. Да, отлично, они нас опережают. Наша задача — это войти в банк. Они нас прямо опережают. Подожди, пойдем. На, сука, подожди, все, бегу. Нельзя в открытый бой здесь идти, я снайпер. У меня брать. Ой, подожди, это Олег. Снайпер наверху. Подожди, не вижу. Вижу. Все, минус. Минус. Так, подожди, видишь? Все, убил его? Убил. Все, пойдем. У меня прицел очень близкий. Подожди, надо вот так, хоп, назад. Все, отлично. Все, пойдем. Мы должны прорваться в банк. Пилу уже забрали. Ребята куда-то спешат, ты понимаешь? Они быстрее нас все делают. Тут две пилы лежало, я точно уверен. Так, оп. А, они уже тут погибать начинают. Давай, нам надо попасть в банк. Так. О, это что такое? Так, подожди, я сейчас возьму пилу и реанимирую нашего товарища. Ой, у меня пила такая огромная, светится еще. Прям для ботов. Так, все, поднялся. Это что там, турель, что ли? Так, подожди. Я сейчас туда зажигательными гранатами вот так вот херакну. Короче, там турель стоит, надо с ним сделать. О, все нормально. Слушай, опыта нормально мне прилетает. Так, все убили, нет? Нет, по-моему, нет. Подожди, что там, турелька еще стоит, да? Давай, умирай. Оп, все, отлично, хорошо. Все, подняли. Еще турель! Ой-ой-ой! Все, отлично. Ой, слушай, а вот этого я не видел. Все, что дальше, я вот абсолютно даже и не понимать. А, кластерная бомбардировка. Нормально. Оп, хорошо, заходим. Все, нормально, проходим. Тихо. А чих так реально много! Ой, у меня мина! Так, тихо. Все выходы, входы перекрываем. Так, все, аккуратненько. Олег, захожу. А чих реально так много? Нереально много, очень много. Брони берите. А как?
все, минус. Я вот скинул коробочку с броней, возьмите его. Давай, давай, давай. Оп, взял, все хорошо. А еще можно броню взять? А я пистолет взял. Там какой-то танчик. Так, все хорошо. Так, я понял. Ой! А нормально, что он на нас едет? Подожди, подожди, подожди. Мы должны вырезать дверь, Олег. Тихо. Тихо. Все, нормально, почти уничтожили. Все, я пошел резать, 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 резать. Давай, я режу. Прикрою. Вырезаю дверь. О, нихрена я на кого похож. Ёлы-па. У меня еще и ласты сзади. Да-да-да, согласен. Ограбляем банк с важными документами. Так, давай, режь, 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 пацаны. А че, у меня пила кончилась? А, не, подожди, все, нормально, режу, 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 режу. Ребята, ребята, пацаны, у меня хп мало, Ты че? Я ухожу. Ой, ты, поднимите меня, пожалуйста. Их очень много, они все сюда заходят. А че их так много? Я не понимаю. Видишь, сколько их приходит? Подними меня, пожалуйста. Да. Спасибо, братишка. Да, подняли. А почему их так много? Я не понял. Пацаны, поднимите. Где ты? Я вот подожди, Олег, у меня это восстанавливается хп. Это мы что, какой-то суперсложный режим выбрали? Почему их так много? Я сам не знаю. Ты понимаешь, они не качаются? Это просто тир санный. Я умру прям вообще не сам. Олег, я подниму, Ой, там турель! Ёб твою мать! Это чё за жесть? Это чё за жесть? Ползи, брат. Вот я здесь, вот. Всё, поднимаю, брат, я бегу к тебе. Подожди, поднимай, не, поднял, не успел поднять. Да ёпта. Всё, подожди. Они просто за углом сидят, представляешь? Не, Кирилл, я не знаю, как мы это пройдём, это жесть какая. Это чё? Подожди, это суперсложно. Я понял, как это проходить. Мы делаем фраги, нам за это дается, ну, типа, вот видишь справа, тройки. Да, я знаю, этим но... Этим надо пользоваться, но это немножечко не так легко работает. О, подожди, надо сюда заползти вот так вот. Всё, поднимай меня, братан, поднимай. Это же... А, подожди, а ты возродил... Ой, граната прям прилетела! Не, я умер, Кирилл, все, мне не понятно. Подожди, ты мне... По-моему, ты возродишься там в какой-то момент, нет? Ну, не, я, конечно, буду за. Так, подожди, нам теперь нужно туда прорваться. Это какая-то жесть. Не, это жесть. Это что такое? О, я могу взять это? Ай, сука. Ящик с гранатами. Хорошо. Подожди, я сейчас гранату. Подожди, гранату кину. Какой-то самолет летит. Еще одна я граната. Я в самолете, прикинь. А, ну вот, ты возродился, самолет это возрождение. А, я лечу прямо к вам, прикинь. Да, давай. Все, я взял пилу. Да капец. Пацаны, прикрывай. Я неудачно упал. Ты разбился? Это что за... Пацаны, это тир какой-то нереальный. Это, я не могу это описать. Все, у меня нет объяснения, это что за жесть? One hour later. Во, теперь я на самолете лечу. И там две пилы валяются, я вижу. Ой, это нереально. А как выпрыгнуть? Как выпрыгнуть? Сам выпрыгнет. А мне на крышу как-то приземлиться, да, надо? Да. Я понял. Подожди. Все, я приземлился. Ой, пацантры, ой, живите, пацанчики. Я бегу на всех парах. Как только могу, бегу. Вот бегу. Вас не спасу, но бегу. Как зайти? Так. Так, отлично. Это бред какой-то. Это очень сложно. Я не знаю, что я запустил, но это реально, это челлендж какой-то. Так, ну мы спрыгнули. Кирилл, я только... Тихо, стоп. Сюда. Ой! Да нет, да... Нет, задание все. Провалено, смерть в бою. Это жесть. Олег слева. Олег, тебя бьют. Мы поставили турель, друзья, мы продолжаем с того же самого места. Это жесть. Поставил турельку, все, Олег, отлично. Справа, Олег, стрелять будут сейчас. Я почти открыл. Они со всех сторон, да. Сейчас братишку восстановлю, сейчас помогу братишку. Сейчас, братишка, лежи. Мы, кстати, не поверите, но мы встретили подписчика. Вот это, кстати, как раз подписчик. Братан, скажи привет, мы продолжаем снимать.
О, все, внутрь. Это что за крылатая ракета? Это что такое? Это что за крылатая ракета? Это что я выпустил? Пацаны, помогите. Упал. Кирюха, у нас трое упало. Вы серьезно? Нет. Нет, у меня патроны Кирюх, кончились. Тебе хотя бы одного поднять надо. Я знаю. А ты понимаешь, что там этот чувак? Ты уже открыл, что ли? Не, там просто он. Уходим. Кто-нибудь сюда приползите, пожалуйста. Вот Кирюх, вот он, я вот. Все, давай, поднимай. Меня, это ты не меня, вот меня. Олег, поднимаю. Олег, пожалуйста, живи. Брат, там РПГ, Кирилл. Где? Я ухожу, нет, ну нафиг. Уходим, ну нахер. Здесь турель, там турель стоит, не иди туда, там турель стоит. У меня только дигл. Я гранат кинул. Да, это капец. Да вы, ты. Капец. Ты, брат, поднимай кого-нибудь. Я прикрою, поднимай. Это бред. Это просто мясо какое-то. А ты понимаешь, что нам надо внутрь, туда вниз проникнуть и там как-то убить еще ребят? Ты понимаешь это? А у меня боеприпасов нет. У меня нет боеприпасов. Я турель там сломал. Красава. Вот это, кстати, хорошо. Боеприпасы, вот, Кирюх, смотри, вот тут броня где, есть. Где? Броню-то вижу. Вот, взял броню. Подкрепление отправлено. Так, подожди, я возьму пилу на всякий случай. Нет боеприпасов. У меня тоже нет боеприпасов, только пистолет остался. А, братишка, нам нужно как-то взять боеприпасов. Пойдем, втроем выходим сюда. И здесь тип, пойдем за угол, быстро, сразу зашли за угол. Я вот сейчас сюда турель поставлю, смотри, сейчас сюда тупо турель ставлю. Подожди, вот так вот. Во, отлично, все. Это что я взял? Вот так, хоп, перекрытие, они хорошо. Они бесконечные, меня это бесит. Подожди. Все, сейчас должен сгореть. Должен гореть. Все. Сейчас, братан, подожди. Убил? Все, отлично, все, можем заходить. А кто там? Подожди, у нас один братишка умирает. Олег, заходи сюда. Кирилл, тут страшно, я не могу зайти тут. Заходи, не бойся. А что надо делать? Обыскать депозиты какие-то? Обыскиваем, пацаны, обыскиваем. Там страшно, я не могу. Это реально, знаешь, вот какой-то нечеловеческий страх. Вот мне тоже страшно на все это смотреть просто. А что, мы должны еще что-то обыскать? Господи, боже мой, да где эти депозиты-то лежат? Где, сука? Пусть один на входе просто стоит и все. Я брою скинул. Я пытаюсь обыскать депозитный. А, я нашел. Все, я нашел, передаю, да, перенос данных. Хорошая работа. О, все, мы можем уходить. Серьезно? Ой. Подожди. Идем, пацаны. Нам куда-то надо идти сейчас. Цели пока нет, кстати. Ой, гранатометчик! Все, должен сгореть. Отлично. А куда надо идти? Куда идти? Ничего не вижу. Я не знаю. Подкрепление, отряд вернулся в бой. И куда? А, все, идем. Точку. Ликвидировать объект какой-то. А, на втором этаже, второй этаж. Все, идем по точкам. Тихо. Там турель. Вроде должна умереть. Так, я вот тут уничтожил турель. Тут еще херня ходит, ползает. Так, это мы сбросим сейчас. Оп, хорошо. Оп. Мне нужны боеприпасы, мне нечем стрелять. Короче, я миниган взял, потому что по-другому. А мне нечем очень... стрелять. Убивай его. А как ты миниган взял? Тихо. Так, я понял. Олег, вот эту штуку надо уничтожить. Давай, просто стреляй по ней. Все, сука, граната должна же взорваться, не? А там что-то рель стоит. Да это бред какой-то. Это очень сложно. Может быть, я сразу какой-то суперсложный режим включил? Я думал, интересненько будет сейф, а это хардкор. Ой. Все. Это какой-то кошмар, реально. Это самый страшный сон, мне кажется. Как он упал? Если мы это пройдем...
Откуда он вообще свалился? А, он возродился. Он возродился, да. Ну не сверху, не с неба же. Не, он на этом. Кластерная бомбардировка. Пацаны, оружие надо. Пацаны, надо оружие, у меня оружия нет. Я бронился, команда все сделал. Вот, нам сюда. Пацаны. Куда? Иду. Ой, граната прилетела, сука. Погнали, вот сюда. Нам подняться выше надо. Так, пойдем. Нам наверх, пацаны. А через лифт или через лестницу? Не стоим на месте. Все, наверх, пацаны. Чем быстрее закончим. Они все равно бесконечны. Ой, его назад! Дверь закрой, стой, не заходи. Подожди, давай я туда гранату кину. А, у меня нет гранаты. Давай. Подожди, давай, у меня открою. Нет гранаты. Давай, открывай, кидай гранат туда. У меня нет гранат. Хорошо. Ты закрыть? А, она в двери застряла! Тихо. Умри, сука! Все, отлично. Заходим, пацаны. Патроны закончились. Где-то еще что-то слышу. Нам надо на точку идти, вон туда, в другой конец. Но там вообще. Еще такая же машинка с другой стороны. Да, вижу. Ой, капец. Как. Они просто неубиваемые. Эта штука просто неубиваемая. Это сложное задание. А у меня вообще нету. Так, все. А, обходит со спины. Закладываю со спины. Взрывчатку. Ребят, сзади, все, отходим. А как бить вообще? У меня на мышке. На Е бить, на клавиатуре Е. Так, надо взять броню. Беру броню, все отлично. А чё там, один что ли кто-то зашел? А, там с миниганом выходит! Пацаны, там с миниганом вышел! Давай! Да, подожди, да сядь ты за руль! Все, по голове стреляю. Это жесть, это какая-то жесть, пацаны. Давай. Ай-яй. Ну он должен умереть, давай. Это какой-то, сука, челлендж. Это угарный челлендж, давай, ну умри. Он не умирает, представляешь, я в него с пулемета стреляю безвылазно. Типы просто не... Невероятно какие-то. Тут какой-то пулемет был. А, ты че, откуда? Ты чё пугаешься? Что это такое? Взять данные. Я взял данные. Загружаю данные. Страшно, камзда. Ай, куда дальше? Куда, чё дальше-то делать, а? Мамочки мои. Мамочки. Так, пацаны, надо кому это? Ну, эти, как они, боеприпасы нужны кому? Я взял данные. Загружаю планшет. А, все, запускаю. Давай, я иду к тебе. Все отлично. Я миниганом, если что, тут это орудую. Идем. Ты передал данные? Нам еще выше, что ли? Пацаны, еще выше. Идем. О, там пацанчик какой-то стоит. Ждет очереди, походу. Так, все, заходим. Пацаны, наверх. Подожди, да, нам еще выше. Пойдем. Ой, тут окно. Окно хорошо. Вертушка, там вертолет прилетел! Это ж какие данные мы такие ценные воруем сейчас, что. Я с пулемета прям по вертолету херачу! Прям по вертолету херачу нон-стопом, он должен взорваться! Не! Тихо! О! Гранатомет! Да возьми ты РПГ! Подожди! А где? Где? Так, мы прямо на крыше, да? Да, а что, мы взорвали? Мы все убили. Все, подожди. Оп. Все, хорошо. Это чё? Это откуда, я сука, реально летит? Я не понимаю, что за такие суперсекретные важные данные. Мы сейчас пройдем, что на нас охотится весь мир. Да. Это чё опять летит? Это откуда прилетает? Кто-нибудь видит? Ну, это наземное свет. Подожди, а чё делать-то? Подожди, братишка, подниму. Не бросаем. Возьмите, своих. Да. Своих в беде не бросаем. Так, не умираем, пацаны, не умираем. Что делать? Где задание? Где сейчас задание? Нам нужно дождаться прихода транспорта. Все хорошо. Ой. Все, держимся спина к спине, я не знаю. Все, я не пойду никуда. Это жесть. А, нам вон гранаты-то летят откуда? Я вижу. Вижу. Уронили. Подожди, вон он, сука, дурак. На, мразь! Все, больше не будут летать гранаты. Это просто жесть. Все, у меня боеприпасов нет. Подожди, вот это надо бросить.
Оп. И подобрать боеприпасы. Все отлично. Теперь у меня есть боеприпасы. Полный боекомплект. Ёб твою мать! Откуда, сука, еще? Откуда еще летит? Я реально внутри пустую. Защищать до подхода транспорта. Все. Откуда летит? Откуда? Все, понял, подожди. Откуда-то оттуда. Сейчас убьем. Подожди, он где-то, сука, на крыше стоит. Где-то, сука, далеко. Ой, а тут танк! Да, там... Кирилл, лучше туда. Все, я понял, да-да-да. Мы просто лучше постоим и... О, транспорт, все, мы сейчас эвакуируемся. Ну нахер. Ну нахер, друзья. Вон он хер стреляет. Пошел в жопу, сраный урод. Все, отлично. А, ребята, поднимите, не улетайте, не бросайте. А, подожди, ты упал, что ли? Ты что не сказал-то? Я вот. Все, идем. Это жесть. Еще сдохнуть осталось. Все, садимся. Все, я сел. Все сели? Кто не сел? Го-го-го-го-го-го-го. Чего? Олег, это ты не садишься? Олег, сядь, пожалуйста. Сел, красавчик. Это жесть. Я не знаю, как это объяснить. Я вообще не знаю, что сейчас было. Это просто, знаешь, 25 минут адреналина какого-то. Это тупо 25 минут какого-то адреналина. Друзья, ну вы сами понимаете, что вот так вот играть в кооператив Call of Duty, да еще и с друзьями, безумно весело, безумно сложно. Ты не понимаешь, что происходит у тебя на экране, но это и завораживает. Все нужные ссылочки для вас находятся, как всегда, в описании. С вами были Варпач и Кофе. Мы повысили уровень, мне кажется, все на максимум. Это прям финалочка. Да, это все прям самый финал. Прокачали аккаунты. Всем спасибо за то, что смотрели. Всем хороших праздников. С наступающим Новым годом вас. И всем удачи. И всем по вот столько тысяч рублей на Новый год. Всем пока. Пока, ребят. Это жесть.